Борьба с музыкальными пиратами проиграна окончательно и бесповоротно, констатирует доклад Международной Федерации Индустрии Звукозаписи. 95% всей музыки в интернете скачивается нелегально. Всего в прошлом году меломаны незаконно поделились друг с другом 40 миллиардами музыкальных файлов. А лидер легальных онлайновых продаж рэпер Лил Уэйн продал лишь 9 миллионов копий своей песни «Lollipop». Впрочем, даже легальные 5% музыкального онлайнового пирога – это 3,7 миллиарда долларов прибыли. Но наложить руки на остальные 95% практически невозможно, признают гиганты звукозаписи.